все попрятались, а? Это зову вас я, ваш благодетель и повелитель. Эй, кур! Кур! Одноглазая Бразилия, я прикажу четвертовать тебя. Стража! Стража! Разбежались. Крысы! Крысы! Как крысы стоящего корабля. Неужели наступил срок проклятой пятницы? Неужели это должно случиться именно сегодня? Нет, может быть, мой корабль еще не тонет. Нет, мой корабль еще не тонет. Я пока еще первый наместник Гамшира. В моей власти карать и миловать любого, кого я захочу. Слышите? Вы! Это говорю вам я! Рудольф! Боже, неужели это я? Мне же всего только 29 лет. Мне же всего только 29 лет. Боже, неужели этот отвратительный старик, это я, Рудольф, прозванный красавчик. Неужели это все? Это ты, мой мальчик. Это ты, Рудольф, которого 13 лет назад называли красавчиком. Не хочу! Мне же всего только 29. Нет. Надо бежать. Надо бежать. От кого? От меня. От своей госпожи и благодетельницы. Я же осчастливила тебя. 13 лет счастья и власти. 13 лет блаженства. Это вы. Это вы, госпожа Гейделинда. Это я, госпожа Гейделинда, которая подарила тебе целых 13 лет полной, безраздельной власти в Гамшире. Ну как? Тебе нравится быть первым наместником? Но за все надо платить. Ну что ты так испугался? Поверь мне, смерть — это ведь только миг. Миф, и все. Я-то уж знаю.
не будет никаких приказаний, госпожа Гейделинда. Нет, ступайте. Слушайте. Мне кажется, вы нам будете мешать. Нам надо еще уладить кое-какие формальности. Не так ли, мой мальчик? Подойди ко мне. Знаком тебе этот договор? А знакома тебе подпись под этим договором? Твоя подпись? Неужели... Да. Нет, нет. Да, господин первый наместник. Да, Рудольф по прозвищу Красавчик. Пора выполнять последний пункт нашего договора. Твой срок истек. Готовься. Ну, госпожа Гейделинда, подождите. Я умоляю вас, выслушайте. Только выслушайте меня. Выслушайте. Я не думаю, чтоб ты сказал мне что-то такое, что заслуживало бы моего внимания. Я же слушал вам преданно и верно. Я же приумножил ваше богатство. В ваших подвалах сундуки ломятся от золота. Твой срок договора истек. Но я же делал все, что вы хотели. Нет никого на свете, кто лучше бы меня справился с должностью первого наместника Гамвшира. Все тюрьмы забиты непокорными вашими должниками. Никогда еще народ не бедствовал так, как сейчас. Палач, он... Твой срок истек. Готовься. Нет. Нет. Нет! Нет! Я не хочу! Откуда этот блеск в глазах? Я боюсь. А где же твоя былая смелость? Где же твоя былая твердость? Жестокость, с которой ты правил Гауншером? Таким ты мне нравился больше, а теперь ты меня разочаровываешь. Умоляю, пощадите. Довольно. Существу ледяной душой не пристало быть таким несдержанным. А теперь я желаю посмотреть, какого она у тебя цвета, эта твоя ледяная душонка. Ну, давай. Лей. Лей. О! Хорошо, так. Ну, давай еще. Лей, нарисуй. Давай. Ну, давай, Лей, ну. Ну, быстрее, ну, глаза щиплет. Ну. Мама, ну чего? Я уже иду. Кэтрин, а ну-ка перестань вороваться. Еще. О, хорошо. О, все. Все? Да. Пожалуйста, милый братец, будьте так любезны. Ой, смотри, фотронка. А вода-то какая черная. Ужас. Ну просто не надо тратиться на чернила. Так ведь брат-то у тебя не какой-нибудь там король или наместник. Не король? Не король. И что, и не наместник? Не наместник. Господи, какая жалость. Ну просто хоть плачь. Чего? Ну ничего. А ну-ка повтори, что ты сказала. Да ничего я не сказала, я только подумала. Что за жалкая у меня судьба? Ну. Быть сестрой ни короля, ни даже вот наместника, ни аптекаря. А стать же вот сестрой черного, грязного родокопа. Фу. Ах, вот как, значит... Мама... Черного, мама, грязного, мамочка, рудокопа. Ну да. Ну да. И газа. Мама. Ну, негодница, мама, сейчас ты у меня мама, получишь. Мамочка, ну, держись. Ну, перестаньте, я вам что сказала? Эдвин, ну ты же не мальчишка. Вот так. Кэтрин, через минуту придут гости, у нас ничего не готово. Ну, посмотри. Мама, ну посмотри, ну вот ты вот лучше посмотри. Ну, что я ничего не делаю. Ой. Эдвин!
Ну перестань сердиться на нее. Ну она просто соскучилась по тебе. Тебя же не было целое лето. Целых 3 месяца. Ну что ты, матушка? Мы же просто дурачились. Я ведь тоже по вас соскучился. И по тебе, и по этой хохотушке. Сынок. Да. Ты не снимал ее? Нет, матушка, нет. Я тебя прошу. Я тебя умоляю. Всем святым. Матушка, да не беспокойтесь, я все помню. Мы оба все помним. Эту перерубленную надвое монетку мне и Кэтрин перед смертью оставил отец. Вот. Мне половину. И мне половину. И тебе половину. Не смейтесь, дети. Я прошу вас, не надо смеяться, это грех. Ведь вы знаете, в какое время и где мы живем. И если случится так, что ни я, ни кто другой не сможет вам помочь, эти половины монетки спасут вас от беды. Они укажут вам дорогу друг другу, так сказал отец. И не надо смеяться над его предсмертными словами. Матушка. Это великий грех. Ну хорошо, мам, ну матушка, пожалуйста, ну успокойся, ну, не мы не будем. Ну ладно. Эдвин, а теперь... Что? Ну-ка, померь. Ух, это отца. Она же мне в самый раз. Ой, вот это да. Какой же ты, сынок. Какой ты, Эдвин. Ой. Ой, тетушка Пегги. Хельга, вот и подрос, да. Тебя кормили. Нам своим бурчином Бог не дал детей. Тетушка Пегги, дайте я вас поцелую. Покажись, вот. Покажись, какой ты стал. Ну, когда я на тебя погляжу. А за водой кто пойдет? Быстро. Ну, были ты, отец. Эдвин, ты уже похвастался маме. Ну, это надо же, первый раз и такая удача. А ты о чем, Пегги? Как? Ты что же это, ничего Хельге не сказал? Ну, ты подумай, ох, какой! Что? Вот мой ворчун. На что ворчун? А на него не нахвалит. На улице-то как страшно. Просто ужас какой-то. Даже звезд не видно. Ну... Так уж и жутко. Страсти-то какие. Да-да-да. Даже собаки не лают. Гроза, может, собирается. Да где же они? Пегги. Не волнуйся. Николас пошел к управляющему нашему одноглазому-то этому за расчетом. Ну, а мой ворчун за ним увязался. Наверное, задержались, да сейчас явится. Не волнуйся ты, не волнуйся. Все будет. Посмотрите. Я бобовые лепешки испекла. Ну, как я не знаю, на стол. Спасибо. Помнишь, твои ведь любимые? Ой, спасибо, тетушка Пегги. Я их тоже очень люблю. Спасибо. Мои тоже любимые. А как там мой ворчун не обижал тебя? Ведь я его характер знаю. Да что вы, тетушка Пегги. Да добрее его во всем Гаумшире не сыщешь. А что, ворчун? А что, ворчун? Так это точно. Кого еще поискать надо, ворчуна? Это кто ворчун? Нет, кто тут ворчун, я спрашиваю. Кто ворчун? Ворчун, кто? Все? Нет, не все. Кто ворчун? Здравствуй. Где пропадали? Здравствуй, Газа. Здравствуй. Здравствуй, дядюшка Джерри. Ну, принимай, хозяйка, гостей. Николас, проходите. Джерри, и ты садитесь за стол, рассаживайтесь. А то уже все остыло. Стой-ка, хозяйка, подожди. Прими-ка сначала вот это.
что же такое? Сядь. Сегодня у тебя, матушка Хельга, и у всех нас радостный день. Да. Еще никто в округе никогда не привозил руды столько, сколько мы в это лето. И все благодаря твоему сыну, вот. Эдвину. Да, 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 это он нашел место. Да такое, что руды там хватит и нам, и детям нашим. Ну, а ты работал он как мужчина, со всеми на равных, даже нам, старым рудокопам, не уступал. Да, ну вот, значит, руду мы продали, деньги получили, значит, и пошли по домам. Половину раздали вдовам и сиротам, ну, сама знаешь, год какой. А где пропадали, то где пропадали? Пропадали где, а? Где мы пропадали? Да, вот, значит. А остальное поделили поровну. Так что получай, матушка Хельга, первый заработок твоего сына. Хорошего парня ты воспитала. Ой, спасибо, Николас. Сколько же каждого? Сколько? А сколько? По 302 шиллинга и 10 пенсов. Вот. 300. 302 шиллинга и 10 пенсов. Спасибо, Николас. Да. Я не знаю, как с тобой теперь расплачиваться, как благодарить. Ой, да никогда столько не было. Что ты меня благодаришь? И скажи спасибо Эдвину. Эти деньги он честно заработал. Ой, сыночек, да, спасибо. Эдвин, ты такой молодец. Так что ты там, сестренка, насчет брата Рудаку поговорила? Стрекоза. И лучше покажи, чем угощать собираешься. Бобовый суп с гренками. Бобовый суп, да еще и с гренками. А бобовый суп. Вот. И никак. Белый хлеб. Белый хлеб, дядюшка Джерри. И специально для вас бутылочка старого доброго эля. Ну, девочка, это хорошо. Это кстати. А вот белый хлеб, это я не одобряю. Почему? Не одобряю я белый хлеб. Тратится-то на белый хлеб при наших достатках и по нынешним временам. Подожди, а что зимой будем есть? Еще никто не знает, какие наместник налоги назначит на будущий год. Но на будущий год наместник другой будет. Наместник, может быть, будет и другой. А управляющий? Из чего ты взял, что хур так наглазый вдруг подобреет, перестанет народ морить, грабить людей? Налоги наместник назначает. А наместника назначает Гейделинда. Ты знаешь, что такая Гейделинда? А кто такая Гейделинда? Дядя Николас, а почему вы говорите, что на следующий год у нас будет новый наместник, а? Да, что, этот заболел? Из чего ты решил, что новый наместник будет лучше, чем нынешний? Да ты... Рудой красавчик! Придержи ты язык-то за зубами. Давай твой суп налить. Да не порти ты! Хозяйки, праздник-то! Да, сегодня такой день. А я что? Да. Я ничего. Ты ничего, да? Ничего. А вот возьми-ка сейчас, давай, скажи-ка что-нибудь. Кто? Вот ты скажи что-нибудь. Да. Эдвину. Да. Эдвину. Скажи, скажи. А я не скажу. Я скажу. 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 Давай. Так. Значит, вот, Хельга. Так, значит. Вот. Сын твой, Эдвин. Эдвин. А. Вырос. А. Вырос. Эдвин вырос. Вырос. А. Ну, мы копали. А. Целое лето с Эдвином руду. Да ну, сбился. А ты помолчи. Я его. Эдвин,
Если бы он тебя сейчас увидел, вот он бы порадовался, что у него вырос такой. Спасибо, дядюшка Николас, спасибо, дядюшка Джим. А ты подожди, спасибо говорить. Не дослушал, а спасибо. Ты его сначала выслушай до конца, а потом и спасибо говори. Правильно? Так что, Хельга, я тебе так скажу. Мы тебе, Хельга, так скажем. Ой, Господи. Да, Хельга, мы тебе так скажем. Хорошего ты себе и нам сына вырастила. А тебе, стрекоза, брата. Ну что? Красиво? Красиво, госпожа Гиделинда. Красиво. Только все-таки мелковато. Хорош. Мелковато. Ну что же, Курт Одноглазый, вели звонить в колокола и объявить жителям Гаумшира, что их первый наместник Рудольф по прозвищу Красавчик скоропостижно скончался, приказав им долго жить. Слушаюсь, госпожа Гиделинда. Да пусть уж очень-то не убиваются, оплакивая покойного. К утру у них будет новый наместник. Слушаюсь, госпожа Гиделинда. А знаешь, мне тут пришла в голову одна мысль. Не сделать ли мне наместником тебя, Курт? То... Только нет. Госпожа Гиделинда, умоляю. Только нет. Умоляю вас. Боишься. А ты не бойся. Потому что первым наместником Гаумшира, первым наместником самой Гиделинды, моим наместником, должен быть самый добрый, самый красивый, самый молодой юноша во всей округе. А не такая уродина, как ты, мой одноглазенький. Благодарю, госпожа Гиделинда. Я отслужу, я буду верен, как цепной пес. Я всегда буду. Ладно, ладно. Список подготовлен? Да, госпожа, как вы приказали, самые молодые, самые красивые во всей округе, самые добрые. Слушай, а почему у тебя один глаз? Я позабыла. Это было еще до прошлого вашего посещения, госпожа. Бунт рудокопов. Да. Но мы показали этим смутьянам, половину Гаумшира сожгли, вожака еще троих зачинщиков повесили, остальных заковали в цепи. Что? Я спрашиваю, что это музыка, где это? Это в доме старухи Хельги. Ее сын Эдвин помог рудокопам найти богатую жилу, очень богатую жилу, таких еще не было. И пришлось заплатить им много денег, очень много денег. Ну, половину они раздали нищенкам и всякому сброду, а теперь вот празднуют. Празднуют? В день проклятой пятницы? Они что, совсем перестали меня бояться? Празднует, когда в городе появилась сама Гиделинда? Ну, хорошо. Как ты говоришь, имя этого юноши Эдвин? Эдвин? Он как раз в этом списке. Сын старухи Хельги. А его отец, он как раз и сделал меня
одноглазым. Он у этих голотранцев вожаком был. Эдвин. Ну что ж, посмотрим, какой это Эдвин. Может быть, это как раз то, что мне надо. Ну, ступай, звони в колокола. Сообщи жителям, что их первый наместник умер. В город пожаловала сама их повелительница. Что он умер. Это по нему звонит колокол. Но почему дядя Николас по нему? А может это... Нет. Сегодня день проклятой пятницы. Прошло ровно 13 лет, как он был назначен наместником Гаумпшира. И именно сегодня, в день проклятой пятницы, он и должен был умереть. Но я ничего не понимаю. Как странно. Молния, гром, ветер, а дождя нет. Ты не гром. Это... Мне страшно. Отойдите. Сейчас же отойдите от окна. Что? Идите сюда. Ну почему? Ну что это такое, мам? Николас, погаси скорее лампу. Может быть, она пройдет мимо? Да что это? Что все это значит? Гейделинда вышла на охоту. Гейделинда? На охоту? А на кого она охотится? На людей, мальчик. На людей. Она что же, убивает их? Нет, Эдвин. Страшнее. Она убивает их души. Николас, я умоляю тебя. Нет, Хельга. Надеяться больше не на что. Они должны знать. Слушай, Эдвин, последний раз Хейделинда появлялась в Гаумпшире ровно 13 лет назад, в день проклятой пятницы. Вы с Кэтрин были еще совсем маленькие.
и не можете помнить это. Так вот, в тот час, как Гейделинда появилась здесь, прежний наместник умер. А на его место она назначила Рудольфа по прозвищу Красавчик. Он и вправду был молодым, самым ловким, самым веселым парнем. Да, в общем-то, он был добрый малый. Но с этого самого утра его как будто подменили. Никогда прежде Гаумшир не видел более беспощадного, бездушного наместника. Словно сердце его окаменело. А что же с ним случилось? Гейделинда заколдовала его. Как заколдовала? Да. И так происходит каждые 13 лет. Гейделинда снова появляется здесь. Прежний наместник умирает, а на его место она выбирает непременно молодого, красивого, доброго. А через 3 дня колдунья исчезает, чтобы появиться здесь ровно через 13 лет. Дядя Николас. Дядя Джерри. Матушка. Но почему же вы никогда нам об этом не рассказывали? Так хотела твоя матушка. Каждый раз мы надеемся, что Гейделинда не появится. Каждый раз. Но... Дядя Николас, а тот, кого выбирает Гейделинда, будет править в Гаумшире целых 13 лет? Да, Эдвин. И целых 13 лет в Гаумшире будет так, как захочет он? Ну да. Я хочу, чтобы Гейделинда выбрала меня. Подождите, подождите, матушка, дядя Николас, подождите. Помнишь? Подождите. Ведь все равно она кого-то должна выбрать. А если это буду я, то на целых 13 лет в Гаумшире наступит мир и покой. Я прогоню этого Курта Одноглазого со всей его сворой стражников. Я выпущу всех из тюрьмы, а саму ее прикажу растащить по камешку. Отменю все долги и налоги целых 13 лет, вы понимаете? Эдвин, мальчик мой, она же тебя заколдует, как делала уже не раз с другими. Да я не верю, что меня можно заколдовать. Но ведь я — это я. Вы мой добрый дядюшка Николас, старый ворчун дядюшка Джерри, моя любимая матушка, милая тетушка Пегги, и ты, моя славная сестренка. Ну что же со мной может случиться? Вы что, мне не верите? Да. Николас, скажи же ему. Скажи. Только. Через 13 лет Гейделинда появится здесь снова. И ты должен будешь умереть. Thank you.
Кто-то должен попробовать. Кто-то должен. Я видела ее. Она там. Кто? Кто? Матушка, она. Кто? Гейделинда. Не ходи туда, Эдвин, я тебя не пущу. Матушка, но я не боюсь ее. И вы не бойтесь за меня. Эдвин. Я не боюсь ее. Ну, конечно же, Эдвин. Это совсем не страшно. Ты же сам этого хочешь. Подойди ко мне. Нет. Подойди же. Дай руку. Даешь? Или ты боишься? Передумал? Нет. Это ведь совсем не страшно. Ты мне нравишься. Эдвин, ты не пожалеешь. Хельга! Хельга!